Каталажка идет. О, расступайтесь. Это точно проедет. Видел штурмана Белого Волка? А вот стоит возле дерева. Вправо, крути, крути, вправо. Крути, крути, крути. Руль крути. Ёлки-палки, так бы и не проехал, если бы я не кричал. Вроде бы дерево, не сильно препятствие. Да вообще непонятно. Что вы? Подожди, ты бы тут проехал копейкой, скажи мне. Легко. Я ж тут точки брал. А, вон точка же. Брал ты эту точку? Так он сверху заезжал. А, так они неправильно едут. Так это ты им накопал? Ну так я. Никто не сказал, что будет легко. Вот ты им мешаешь. Смотрите, как каталажка это делает ходом. Это серьезный. Давай, давай! Это просто монстр. Каталажка делает новую трассу. Это жесть. Работай, а я лучше! Все, а теперь прямее можно. Все, еще, пойдет, пойдет. Ну, мне кажется, он что-то принял, наверное. Дорога левее! Разгончик возьми! Домик! Теперь он мне будет мстить! Блин, неожиданный ход. Каталажка пошла. Это жесть вообще. Это жесть просто. Белый волк. Белый волк. Денчик, давай, давай. Перепрыгнул. Но... На заднем приводе? Белый волк на заднем приводе. Ну, каталажка показала, кто тут внедорожник. Кто хозяин, а не внедорожник. Кто хозяин в Прилуках, да? Просто батя, просто батя. Но он не шутил, да, дубасил, вообще не шутил. Правильно. А ты что-то советский автопром, зверюга, недолюбливаешь. Я сказал левору сначала, блин. Это вы ту очку не... Так кого надо записывать, Андрюха? Я их записал уже, уже посмотри на тиктоке. И на аккумуляторах. Что? Еще вчера на аккумуляторах. Печально. А у него там вон 11,8. Белый волк, ну как ты тут? Прекрасно. Что с аккумулятором? На двух аккумуляторах едет. А генератор не работает? Не работает? Есть. Да, Га-69. Вот это отжиг. На заднем приводе. Так, следующая серьезная машина. Серьезная машина. Тут тоже пилот заряжен на победу. Это один из лидеров. Смотри, дельфин, там, где советская техника едет, там, где советская техника едет, американская не может. Ну тут клиренса не хватает. Тут новая траектория. Мосты надо менять тебе. Машину менять. Хочешь, я договорюсь с хозяином каталажки, он поменяется, если сегодня. Да, да. И горячий, а. Заряжен на победу? Будем пробовать, я уверен, что попробуем. Да, мои конкуренты зубы, ты бачишь? Ну, как с ними ехать, они же пешие. Знаешь новую гестикуляцию между джипами? Нет. Что ты показываешь? Нет. Угадай, что это. Я очкую. Не еду. Это они так все, понимаешь? А как показать пилоту, чтобы не очковал? Говорит так.
Не очкуй. Да, каталажка показала. Мазай, кричи братцу. Кто в доме хозяин? Чтобы я что-то делал. Руслан, скажу, пусть Дима уже едет. Трос заржавел, посмотри, вообще не пользовался, какая машина. Там, где каталажка прошла ходом. Опасно. Чероки на... Ему далеко. Чероки на лебеде еле-еле. Помогай! Он помогает, ты увидишь. Блокировки впереди нету. А висит мост на бревне. Все, ты, чувак, ты ставишь трос. Ты в капкане. Да, тащит. Перезаедь. Ты уперся в этот самый. Не тащите. Отпусти, перезаедь. Так, Нива тут уже. Назад дергай. Не можешь, вешу. Да лебедка его подтяни чуть-чуть. Его с дерева надо снять. С дерева снять его надо. Нива спасает. Русский автопром спасает. Да. Советский. А кто у вас забрал одежду? Так, Нива сдергивает. Отцепляй. Поворот не туда, знаешь фильм? Неожиданный поворот. Вот это нормальный экшен начинается. Быстрее, давай, быстрее. Трухлявое причем дерево. Раки есть, бревно, подложи и переедь. Раки, бревно, что тупая, блядь. Лопата на КПСе переедь. Так и не давали мы переедь. Там какой-то злой зритель, вообще критика нереальная пошла. Остановись, вредитель! Бензин закончился. Не, ну это не серьезно, пацаны. Все, прощай, трасса. А как все хорошо начиналось, елки-палки. На шашлыки, пацаны. Сейчас они уедут, подложим обратно. Все, хватит, чищай. Какое было место, какой был оффроуд, все, по домам пошли. Команда зрителей. Сейчас надо выкопать яму будет. Тебе лопату дать? Да, лопату сейчас выкопаем. Тебя бить будут все там. Да не, а мы будем незаметно. Все, пошел лайт. Все, это ТР-1 уже. Да, печально. Сейчас, приготовьте, сейчас они проедут, надо подвинуть будет.
Давай, дельфин, давай. Давай, давай, давай. Бросай его. Хочу подниматься. Хочу подниматься. Постоянная очередь. Абатарна Буратино. Давай, дельфин. Да, толки его. Не могу случайно. Нет, ничего не было. Кто крайний, да? Кто пенал? Оно само упало. Осторожно. Все, двигайте это теперь. Давай, 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 быстрей, пацаны, елки. Так оффроуда не будет. На плечо, на плечо. А я ничего не делал, это дети. Блин, не повезло лендроверу. О, нормальный оффроуд опять. Вранглеру тоже не везет. Правильно, стой на нем, чтобы не это. Ты что, назад это было? Ну убирай бревно, что стоишь, смотришь. Ёб вашу 7-8. Нельзя подсказывать мне. Что-то говорит. А, это участник, ему можно. Бревно убрать не смогу. Так я тебе говорю, оно само съехало, блин, скользко просто, дожди ж были. Сейчас он перепилит его. Глянь, он через два переехал. Короче, собираем все деревья в лесу и несем сюда. Все, перелебили. А, они сразу и точку взяли, видел? Там дом точку взял. Не-не, надо ходом. Внизу что-то происходит. Да, тут красиво все. А вот и каталашечка приехала. А тут ходом никто не проходит, да? Нет? Это они вам готовят? Что там, Ваня, как дела? Кто-то пробовал проехать еще? Да, крем пробовал, не проехал. Тут же не машины все. Да-да, там охерели все. Там все лебедятся, все сидят. Да, не просто тут. Каталашка приехала. Сейчас он новую трассу будет делать, уходите. Кардан. Сзади кардан. Да заберет, пускай едет. Забирай на УАЗ. Вячеслав, как раз на это, на Мегауаз подойдет? На УАЗ, да, надо забирать. Нива приехала. Ну так получается, я сам что. Не, крестовина, пожалуй, лопнула.
Короткий какой? Ты думаешь, убрать бревно или нет? Я сказал же. Давай-ка ставки ставим. Я сказал, бери бревно, как бульдозер надо. Давайте сделаем финансовый телефон маленький по рублю. И кто уберет бревно, домой мы гроши. Давай. Это нормальное кино ты предлагаешь. Только ставим 200 гривен. Не-не, у меня то есть 4 гривны только сейчас. Не, за 4 гривны что тут, на 4 гривны надо. Руслан, ты как всегда несешь, да? Каталашка жжет. Вань, на рыбу, лебедку, на рыбу. Что не рыб? Давай, давай, давай. Может, еще... А там что тут? Каталашка жжет. Подожди, еще попыточка, стоп. Ломают весь кайф. Ой, не спортивно-то как! Ой, как не спортивно! Мы вас услышали по рублю фонд. Ой-ой-ой-ой-ой, не спортивно как! Мы приезжаем, вы кидаете обратно. Сейчас, Ваня, проезжаем и за тобой кидаем. Кидаем, Ваня. Да не, пацаны, убирали. Следующие не работали. Где у тебя? Где удлинитель у тебя? Руслан, толкай бревно или я толкаю? Я не могу все время один строить трассу. Давайте как-то коллективом. Руслан, ты бежишь на видосы. Я снимаю. Ну так, уже бревно. Давай толкай, ты самый здоровый из нас. Давай. Он еще на пуловерны будут смотреть твои. Тихо, организатор идет, тихо. Бревно куда-то утащили. Вадим, а можешь вот это бревно толкнуть туда вперед? Вадим, вот это бревно можешь ногой толкнуть? Чуть-чуть, не сильно. Неспортивное действие. Ох ты, Татьяну! Ох ты, скотина! Ох ты! Как ты так мог сам? Убегай, убегай, едут, едут, уходи! Чему ты металл? Маленький, маленькая брось. Маленькая. Значит, тебя палец не болит? Можно по рублю, что первый борел, что давать. Да? Я уже человек батов сказал, уберите они. Быстрее едут. Спасибо тебе. Пожалуйста. Вот только на европейцев и надежда, давай. Показываешь пример. Ждут Европы помощи. Да, да. Вот это вы европейцы помогают в стране нашей, да? Андрюха, он с Днепропетровска. Ну ты так никак не говори, блин. Блин, надо убегать, мне кажется. Газу, бля, газу! Это новый газу, бля, газу! Блин. Блин, да ты ж морда, бля, убери, блин. Давай, давай. Ты хороший человек. Олег, а я знаю, кто ты сделал. Но я никого не знаю. Багажник забирайте и вывозьте. Это бобры. Вывозьте. Витя! Витя! Что хочешь? Это не можете. Бери в магазине, пацаны, у вас хочет. Давай. Дай назад. Пацаны. Назад давай. Блять, что штурмана слаби, блядь! Я вам не скажу, что Крис один его тут и кину. Да, глянь. Это вот он.
Это нехорошо. Я сейчас за собой заложусь. Эй, верни на место, куда пошел? Очередь, Вадим, а можешь подвинуть, пока ты не ушел? Я слышал, говорят, что бить будет. Да я не трогал, это иностранец. Не, пилот, бить не будет, потому что конфликт международный родит. Я бить тебя не дам. Дисквал, блядь, тем, кто спилил. Распилили. Да. А сейчас вот эти двух можно попросить, они не в курсе. Маш, полжина закрыну. А можете ногой вот это толкнуть, где точка, чтобы легче брать точку им было? Вот туда вперед? Да. Да, бо он номер точки не видел. Толкай, толкай. Еще тут вертикально. А я скажу, я не виноват, меня заставили. Скинем сюда поляка. На этого что? Так, какого, что у нас другого? Пока один. Скиди война.